наш город готовится к празднованию или Дня Республики, или Дня Города, не знаю, даже ко Дню Города, наверное. У них как-то то совмещают. А меня брать не надо, я так добегу. Вот палаточки всякие торговые, сцена, все дела. Ну, в основном здесь у нас проходят все мероприятия городские. Сегодня 28 августа. Стоит еще пока жара, 33 днем. Сейчас утро, более-менее свежо. Ждем уже осень. Жару переносить сложно. Пошли в Акаха. Сегодня какая-то дымка. Ну и хорошо, немножко солнце приглушается. Так здорово. Наш мальчишка. Не так хорошая сейчас. У нас сегодня выходной, мы вместе. Дыши. Так, ради нас ходит, знает, что камушка. Классно, да, в Акахе? Буквально 2-3 дня, и будет уже прохладно. До 15. До 17. С воды город, конечно, еще прекрасный, особенно вечером, когда включается освещение, просто красота. Не хватает только, пожалуй, гор, холмов, в основном равнина. Он на погрузчик уставился там на той стороне, работает. Движется, ему интересно. Вакай, Вака, лежать, молодец, Вака, стоять, сказала, почему идешь, сидеть, зайка, хорошо, мальчик, все, можно гулять, послушки всегда у нас, ждать. Ждать сказала. Ай, хорошо. Можно ты поохотиться не даю. Там вот стаи птиц летают.
иди сюда. Не даю ему туда подниматься, от греха подальше. Но он охотится, у него все, охотничий инстинкт сейчас. Лопаха у нас бегает спокойно. Он вообще абсолютно игнорирует всех людей. Никогда не агрессирует, в жизни не агрессировал. Ну, бывало раньше, от любопытства бегал к людям, а сейчас нет. Поэтому наш ребенок спокойный, ему позволено гулять. Иди сюда. Он всегда отзывчив очень. Иди сюда, хороший, иди, мама тебя погладит. Ай, молодец такой. Молодец, молодец. Иди гуляй, иди купайся. Я остаюсь на высоком берегу с мужем. Пошел самостоятельно поплавать. Наша ты любопытный пес, любопытный. Иди купайся. Иди, иди плавай, иди. Да, молодец, мой парень. Ты послушный, мальчик. Послушный. Колёси послушный. Ну как, за утку пошли? Вот он мой пёс такой. Не боится, смотрите, к краю прям подходит. Здесь очень высоко. Высоко. Чё, утку не поймал? Утку-то не поймал? Делай её. Мам, скажи, я её всё равно не могу поймать. Плавать устал.
собаки где-то лают, да? Ну что, рыбки там? Пес не может остановиться. Так, вот так. Барьер. Чаек увидел. Сейчас весь там извозится. Здесь такое дно. Илистое. Смотрите, она живая. Чайки — это все. Скоро здесь будем гулять. Здесь уйдет вода к осени. И будут прям большие берега песчаные. Хорошо ходить. Ну, илистое дно, конечно, он сейчас. Хотя, может, пока песочек. Тут утки все. И все у него. Охота. На той стороне что-то никого. Ни чайки. Ребеночка включил, в общем. Щеночка. Говорят же, акиты до 2 лет щенки. Вот нам скоро 2. Осенью. Почти зимой. Пойдем. Там и рыбки плещутся, и утки, и чайки. И это вообще Бакахина стихия. Он такой белый. На фоне всего остального выберем. Мы идем по берегу и за Вакахой следим, как он у нас там развлекается. Лапы черные ведь, а? Сейчас придет мыться домой. А, посмотри, что, видите, какая у нас глина. Нашел мне. Пошли. Давай вперед. Вперед, вперед, вперед. Купайся. Вперед. Купайся вперед. Побаивается. С парапета прыгает. Рыбки вон плавают. Смотри, что. Ну, рыбки плавают. Ходит. Мелко. Сейчас плавает. Ну все. Молодец. Ай, кайфушник. Кайфушечка. Давай к папе. Пойдем. Вперед. Пошли. Ай, молодец. Как хороший мальчик. Вымылся. Все, молодец. К папе давай.